Как грамотно презентовать себя и свою компанию, четко сформулировать мысль и донести ее до аудитории. Об этом расскажут на мастер-классах, которые проводят на ЛРТ для экспертов, работающих в разных бизнес-нишах. Помогут в студии телеканала и создать видеовизитку. В мастер-классе по подготовке к созданию видеовизитки, который провела генеральный директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева, сегодня принимает участие Names Club Москва-22. Сообщество образовалось месяц назад, но уже объединило более 100 предпринимателей. И каждый из них хочет научиться правильно доносить свои креативные идеи до аудитории. Каждый участник нашего клуба очень многогранный, у него есть таланты. Не все могут вот этот вот барьер, который между «я могу дать» и «я хочу взять», состоит в том, что нет манифестации правильной. И то есть вот эта визитка и есть вот эта манифестация «я есть, я здесь, приходи ко мне». Вот, собственно, поэтому эта визитка нужна. Мастер-класс начался с незамысловатых, но действенных упражнений. Основное внимание на произношение, артикуляцию и голос. Задания усложняются. После артикуляционной гимнастики – упражнения для дыхания. Теперь участники мастер-класса готовы к следующим творческим испытаниям. Как самые маленькие жители округа готовятся к Новому году, смотрите в сюжете. Бизнес-леди Патимат Алигаджиева работает в строительной компании. С клиентами находит общий язык легко. От мастер-класса осталась под впечатлением. Для меня это было очень прям сложно, волнительно. И интересно. Мы для работы будем снимать видеовизитку. И как раз-таки, посмотрев сегодня вот это все, как происходит, как нужно себя там, как презентовать, да, говорить о себе, как речь поставить. Мы будем тренироваться и к вам вернемся записать видеовизитку. Креативно поздравить с праздником родных и друзей, создать видеовизитку для компании в студии нашего телеканала может каждый. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.